хочу пиццу. Почему дед не общается с Китти, Сашей Сатинизом или Никитой Юристом? Дед, если а то всех вокруг воняет гад. Может, ты сам обосрался? Научись ценить близких тебе людей и прощать мелочи. Дед, привет. Прощать? Я сейчас в Южной Корее, узнал, что Северная Корея еще с 70-х годов была вторнее под Южным. Пока нашли 14 последних 1990. Я тебя понял. Я там был. То есть получается на меня пиздят, да, а я их прощать должен за все. Все, кто кому не лень, на меня пусть пиздят. Да, я такой, прощу пасыков. Когда человек к человеку относится по-человечески, да, тогда к такому человеку притягивайся, тянет, да. А когда человек относится к человеку отталкивающе, нет смысла что-то с этим человеком областраивать, скажем, да. Вот, значит, касательно, не знаю, кого я сказал это, ну, в целом, вкратце объяснил ситуацию, да. Вот, а потом еще касательно с Никитой Игоревичем, я его считаю хорошим человеком, да. Ну, за исключением одной, вот этой вот осадочек есть такой вот, да. Вот, ну, это такой мелочь, то, что он обманул, мне не нравится, что он обманул, вот, когда ему звонили, да, он вас обманывал, что он настоящий юрист, типа, ну, юрист, да, ну, то, что он меня знал изначально, когда я ему звонил, этого я не знал, это я уже потом узнал, как бы, да, вот это осадочек есть, а так, в целом, я, как человек, к нему хорошо отношусь. И я не исключаю то, что мы с ним будем играть еще вместе. Вот, он отличный собеседник. Оно, вот это, то, что, сука, ну, я вам скажу, да, доверять не надо никому в этой жизни. Все пытаются везде обмануть. Один я, честно, человек. Мне сложно выживать в этом мире, потому что я слишком честный. Сложно очень, да. Раньше было проще. Раньше проще было. А сейчас сложнее. Сложнее быть честным. Дед, давай лобби с зяблами. Там точнее еще выживать. Можно поиграть во всякие с карты разные интереснее. Выживать с нечестными очень сложно. Ну не то чтоб сложно, а как бы, ну, чувствуешь вот это все, да. Сильнее начинаешь чувствовать. Жесть. А, назови причину, почему нет совместных трансляций. Причина одна. То, что просто нет желания пока что, да, там собраться. Просто, знаешь, вот нет желания, там настроение не то, да. Вот это единственная причина, все. А то, что вы там фантазируете, это ваше всего лишь. Ну, ваши фантазии, скажем так, вы фантазируете, вот все это, брат. Дам-дам-дам-дам-дам.